Доброе утро, девочки и мальчики. Я этот крашусь. Что-то сегодня столько тоналки на лицо намазала, капец. Как дела? Как вы там? Как вы там? Прикол хотите, покажу. Найди кота называется. Японский бог. Так. И яркую хочу помаду накрасить. Прям яркую. Меня видать, не видать вам? Увеличиваем губы, губёшки, вареники. Хочу попробовать вот тут, как это красят вот так вот, короче, поверху. Делают сверху губу без выемки, короче, круглую такую. Но, видать, это делают тогда, когда у кого вот этой выемки, может, нету, да, вот этой. Вряд ли мне так пойдет. Видно, да, сразу, что губа увеличивается. Вот. Круто. Ровненькая. Сейчас сверху помаду нанесу. Так, а какую помаду накрасить? Красную. Или которую я покупала. Вот эту старенькую накрашу. Ее тут чуть-чуть осталось, трошки. Все, блядь, мои дырки во рту увидели. Так. Знаете, переборщила. Вот здесь вот. А теперь хочу этот блеском еще сверху накрасить.
резинка. Надо расчесаться. Блесточки. Ой, зубы закрасила. Щечки еще нужно. Как же я без щечек? Маруся, водички попить пошла. Сегодня день будет насыщенный у меня. Вы будете в курсе всех моих событий. Представьте, что-то не пойму. Сегодня встала с утра на весы. 54,9. Весы мои показали. А ну вчера они показывали перед сном 55,5, по-моему, я еще удивилась. Думаю, как так? 55,5. Ну, короче, с распущенными лучше, да? Ладно, сейчас все равно шапку одевать. Так, щечки осталось накрасить. Щечки накрашу тенями. У меня нет умен. Не видно, ну а так видно, конкретно видно. Мой сыночек спит, как я его люблю, блин. Вчера видео видела в ТикТоке, прямо перед сном. Господи, это такое милое видео. У меня ком в горле вот стоит, и все это вот стояли, в горле у меня стояли слезы. Может быть, зависти какой-то белой. Там получается, короче, видео. Ой, сильно. Тут много взяла.
вы просто тут много взяла. Короче, видео, как папочка забрал жену с ребенком с роддома. И вот уже показываю тот момент, когда он ее заносит домой, ложит эту девочку двухдневную, да, или трехдневную на кровать. И нежно, так аккуратненько ее разворачивает. А потом он ее видит, и он ее целует, она спит, он ее целует в щечку. Это так трогательно. И, наверное, в тот момент мне захотелось маленького человечка, маленького ребеночка, свой комочек счастья. Но это только на мгновение. Я могу об этом только думать, но я не могу воплотить в реальность эти мысли, потому что я живу не с тем мужчиной, это не мой мужчина. Или даже, по крайней мере, это не тот мужчина, от которого бы мне хотелось рожать ребенка. Вот и все. Вот Витюшу, сына своего, я родила от правильного мужчину. Вот от таких мужчин, как Юра, мой бывший муж, от таких мужчин нужно рожать детей. Он тоже Витюхой живет и дышит. Витя для него это самое главное, что есть в его жизни. Самое главное. Он его любит, он для него все делает. Он на 100% участвует в воспитании ребенка и в жизни ребенка. Несмотря на то, какие у нас были отношения, там, допустим, плохие были моменты, потому что я его предала. Я все стерпела, потому что я сама виновата. А сейчас у нас отношения уже хорошие. Такие, какие должны быть, родственные. Родственные отношения. Он папа моего ребенка, от этого никуда не денешься. Я его очень сильно люблю, ценю и уважаю. Тут недавно мне скинули видео, что там, короче, на заправке был слив. Там, короче, взрыв был. У нас как штаб. И у меня первая мысль, а Юра же у нас там развозит этот газ по заправкам. И у меня такая первая мысль. Юра. Ну, типа, чтобы все нормально было, не дай бог, это, ну, он. Я ему быстрее давай звонить. Он такой трубку берет и такой, Юрик, все нормально. Он такой, да, что такое? Я такая, слава богу, все нормально. Вот так вот. Все, я накрасилась, кажется. Сейчас, если буду добавлять что-то, я переборщила. Я все накрасила, и зубы. О, Господи, я отвечаю, я сегодня просто перебор. Ладно, хрен с ним, но на улице, на солнце будет видно, что я накрашена, что у меня тонна косметики на лице. Так, испалится. Моя вавочка проходит потихонечку. Сейчас посмотрим. Перекисью. Ребят, какой у меня сегодня день? Я не могу сейчас всего рассказать. Не могу. Но смотрите каждое мое видео. Буквально через часа 4 уже будут первые новости. Так, что я хотела? А, я хотела...
Сейчас мы с вами проверим, как там мои бабочки поживают. Вот берем, на ранку капаем. Если сейчас она будет опять пузыриться и пена идти, значит, там еще есть какая-то фигня, зараза. Есть. Есть там еще зараза. Потому что она вот вся пенится. Ничего страшного, пройдет, заживет, как на собаке. Так. А, вот я еще кое-что хочу добавить все-таки. Я хочу взять вот эту вот кисточку. Я хочу взять вот эту вот. Блеск. Такой, блин, не видно, да, отсвечивает. Это все разные тона золотистого. И он как просто, как типа блеск на лице будет. И этот блеск хочу нанести на носик. Так вот. Вот сюда вот. О, зайца поймала. Там блестит. И вот сюда. Я не знаю, мама говорит, что когда у него тут блестит, оно как будто мешки мне делает под глазами. А мне нравится. Так, и теперь на бровки. Так. Вот я говорю, много не надо сидеть над косметикой. Все. Это моя косметичка. Это позорище, конечно. Вчера я вспомнила, что я покупала эту косметичку в 2015 году. Я не покупала, мне ее дарил мой любовник. Он был старше меня на хер его знает сколько лет. Вот. Но мне он ее покупал. Он, конечно, этого не знает, потому что он мне просто денег дал. А я пошла и накупила себе духов, косметики, всяких кремов для тела, всякого такого интересного. Я раньше такое вот все любила. Сейчас тоже люблю, но нет у меня сейчас на это времени сидеть вот с собой заниматься. Так вот, считайте, 2015, сейчас 23-й год, 3,5, 8-й год. Вот, по-моему, в июле будет 8 лет, как у меня эта косметичка. И никакой другой. Конкретно вот этой. Я пользуюсь. Так, это выкинуть. Это моя зубная щетка, это отдельная моя зубная паста. Вот такая красивая, она такая переливается. Антибактериальная. Короче, Маруся, ты чё? Ее можно прямо сейчас в лабораторию отнести, и она покажет, что на ней нет ни одного микроба. Она какая-то там, не знаю, китайская, как-то сделана так, что они микробы сами там убиваются, чистятся.
Вода – это жизнь, движение – это жизнь, спорт – это жизнь. Правильное питание – это жизнь, здоровая пища – это жизнь. Так, все, поумничала и хватит.